Доброе солнечное утро, дорогие друзья и коллеги. Прямой репортаж с Бали, Индонезия, пляж на Судо. Наталья Сапутра, Pegasus Indonesia Travel. Хочу вам немного рассказать о ситуации на Бали. На Бали нет строгого карантина. Нам разрешается передвигаться в пределах острова. Конечно же, мы должны соблюдать все меры предосторожности. Обязательно носить маски, соблюдать дистанцию, не собираться группами. Практически все общественные места, все достопримечательности закрыты. Не работают детские школы, садики, парки, зоопарки, большинство ресторанов и отелей. Нам повезло, что на Бали достаточно небольшое количество заболевших вирусом, поэтому мы надеемся, что откроемся уже очень скоро и будем рады приветствовать вас на нашем замечательном острове. Индонезия запретила международные и местные пассажирские перевозки до 1 июня 2020 года, а со 2 апреля запрещен въезд для иностранных граждан. На данный момент, к сожалению, нет информации, когда въезд будет разрешен, мы обязательно будем вас держать в курсе. А пока посылаем вам теплые лучи солнца и нежный шум Индийского океана. До новых встреч!